42-й год. 41-й, но мы тогда, это папа нас отправлял к своим родителям, к дедушке с бабушкой. Там корова, молоко есть, гуси, утки, куры. Вот я уже училась, первый класс кончила, брат, значит, третий класс. Отдыхали там. Я уже это самое, 7 классов кончила, время-то идет. Значит, должна была идти в 8 класс учиться. И вот пришли к школе, то ли офицер, то ли командир какой, ну, наверное, офицер. Девочки, давайте познакомимся, а у него уже журнал, списки все. Он и говорит, сегодня занятий не будут учебных. Сейчас мы поедем в одно место, и вы увидите, там так хорошо. Привезли к берегу волки. Вот здесь мы будем работать. Вот так. Какая работа, значит? Камыш косить. Вот я и говорю же, война не только смерть, боль, слезы, потери, но и война есть школа. Значит, Иосиф Виссарионович Сталин к тому времени написал труды, значит, это социализм в период начала и до конца Отечественной войны. Старшие классы, начиная с 9-го, прошли военный медосмотр, все, им сразу винтовки. Тогда мобилизация была мужчин до 40 лет. Свыше 40 лет в армию не призывались. Копаем. А в Сталинграде и в тех местах земля жесткая. Солонец, песок, глина. После дождя вообще ногу не вытащишь. Ну, надо так надо. Мы шли, девчонки, купаться. И уже почти к берегу подошли, это Волги, не сама Волга, а приток Яруслани, но довольно приличная глубина. Я смотрю, и машина. Они, Аля, что ты остановилась, пошли? Я говорю, машина вон прошла наша, сталинградская. И вот бросила я ни купальник, ни сарафан, Надя, бегом туда. Прибегаю, бабушка уже самовар ставит, все. А дедушка, ты что самовар, курицу зарежь? Это они же вот, ну, водитель-то тоже ехал. А папа говорит, ничего не надо, у меня в кармане приказ, куда мне явиться, в какую часть. У шофера тоже все записано, мы не имеем права ни обедать, ничего. Отец, конечно, наверное, зарплату получил или что, оставил деньги и уехал. Отца призвали в армию и поставили комендантом в шарикоподшипниковый завод. Значит, я сагитировала там Валентину, легкая фамилия, и Логвиненко Мария. Вот нас 3 человека. И вы знаете, вот из Дьяконовки в этот Нейгусенбах 30 километров. И мы пошли, пришли, спросили, где это принимают вот, учиться. Ой, там завуч обрадовался так, сразу 3 человека поступили. В техникуме я училась 3 года. И у меня направление было, так как я хорошо училась, опять ветеринарным врачом в Казахстан.